Друзья, всем привет! Сейчас покажу вам зимнее море. Сегодня у нас 2 августа, на улице у нас сейчас плюс 7. Показываю вот центральный вход на пляж Дагомыс. Сейчас мы с вами поедем вот туда. Там у нас есть стоянка для машин. Сейчас я вам покажу, где она находится. Так, поехали. Едем на парковку пляжа Дагомыс. Сейчас мы едем вдоль моря. Вдоль моря и железной дороги. Железная дорога у нас слева. Вот такая узкая улочка. Две машины, конечно, здесь не проедут, но нужно умудриться так проехать, чтобы быстренько-быстренько ты проехал один, потом следующий. Так. И вот она, первая парковка у нас. Сейчас она, естественно, у нас пустая. И здесь вот в три ряда, где-то в четыре, приблизительно паркуются автомобили. Так, сейчас мы с вами сходим к этому закату красивому. Сейчас мы с вами припаркуем автомобиль. И вот дальше у нас вот здесь проезд. Там есть еще две парковки. Смотрите, какой закат у нас в городе Сочи. Идем к нашему зимнему морю. Температура воздуха у нас сейчас плюс 7 градусов. Лазаревское, облачно, 2 декабря у нас. Но мы находимся не в Лазаревском, а в поселке Дагомыс. Вот такой у нас пляж шикарный. Я вам его уже показывала. И вот такое море. Пляж у нас этот галечный. Смотрите, что я нашла. Ракушка. И вот еще одна. Ракушечки. Вот еще одна. Так что любителям ракушек могут даже пособирать здесь ракушки. Ракушек здесь очень много. Вот еще одна. Смотрите, какая красота! В Сочи, конечно, закаты великолепные. Они очень крутые. Посмотрели мы наше зимнее море, такой закат.
нас в городе Сочи, именно в поселке Дагомыс. Вот, ну все, идем обратно, идем к машине. Вот он наш пляж, людей очень мало. У нас сегодня третий день идет дождь. Ну, сегодня был небольшой дождь, но тем не менее он идет. Вот, 2 дня были дожди. Так мы встретили зиму, 2-й день зимы. И вот такую вот погоду в городе Сочи. У кого-то снег, где-то температура -20, -5, -10, а у нас +7. Вот такой отличный пляж, который я очень-очень сильно люблю. И вот так вот люди гуляют здесь по Зимнему морю. Там дальше, где центральный вход, где пирс, там намного больше людей. А здесь вот так вот я подъехала на стоянку. И буквально вот я прошла здесь метров, не знаю, 50, может быть, даже меньше.